Вот один из уже готовых домов. Так он выглядит. Мода. Отделка. Двери. Почта. Участок. Вот такой отделанный, полностью готовый дом. Ворота вставлены. Здесь все забетонировано. Дом отделан. Участок. Посмотрим его. Смотрим еще внутри. Здравствуйте. Ну, я поснимаю. Вот те, которые без отделки, они по 80, вон те, да? Там один дом продали, они вот эти два дома, они с лифтом. С лифтом, да, я там была уже. Один уже продали, да? Да. Может быть, самое, который сегодня продали, не знаю. Нет, пока сегодня вроде нет. Так. Ну, пока ремонт рано смотреть. А здесь без лифта. То же самое, но без лифта, да? Угу. Ага, я пойду на второй этаж еще. Посмотрю. А сверху еще посмотрим. Ага. А, там... А, там уже отделка, да? Предчистовая. Ага. Здесь провода. О, здесь уже вот отделан. Ванна такая будет. Большая. Так, один из тех двух домов. Уже продали. Плитка на полу. Вот, вот такая. Здесь этот дом сдается с ремонтом под ключ. Что кто хочет сразу, здесь тоже. Санузел. Плитка уже готова. Здесь выход на балкон. На балконе тоже все уже сделано. Вот я два дома. Один уже забронирован. Вот здесь такие окрестности, ну не знаю, как кому, мне нравится, когда рядом сады что-то, деревья, что там птички поют. Живая природа. А люди живут. Зелень всегда приятнее. И такая вот красота кругом. Будет еще лучше скоро. Ну, третий этаж мы уже не пойдем. Здесь все в лесах. Там еще кабель кладут. Вот, в общем, такая вот история. Участок тоже большой. Вот здесь прям пространство. Если сделать не широкоугольную камеру. Обычно. Вот такой вот. Довольно-таки здесь широкий участок. Здесь можно посадить зелень. Сделать какие-нибудь цветники, деревья посадить. Ну, а здесь уже вот сделать зону отдыха. Бассейн. Беседки и все такое. В общем, все здорово.
коммуникации центральные, все подключено. Дом под ключ. Кому интересно, звоните, пишите. На такой прекрасной улице. Зеленой, тихой, тупиковой. Который только-только развивается.